видите, вода опять-таки бежит и все туда мне в подвал. Как после войны. Да, это правда. Депутат законодательного собрания Приморского края Игорь Чемерис провел очередную встречу, на этот раз по просьбе жителей поселка Угловое. На такие живые встречи народный избранник выезжает еженедельно. Людям так гораздо удобнее обсуждать наболевшие вопросы там, где они живут, а не ехать в общественную приемную. Мы, жители поселка Угловое, давно уже просим, чтобы у нас был построен хотя бы какой-то небольшой клуб, где бы можно было собираться людям. И где могли бы кружки работать для детей. Ну что это школа 35-я? Она очень далеко от нас. В Артем ездить тоже очень далеко. Там есть свои спортивно-развлекательные комплексы. И все там есть. А у нас ничего нет. Спортивный Надеемся. Комплекс нужен. Обязательно. Нам обещали спортивный комплекс. Возле постсовета было место, все, застроили кем-то, чем-то, там была школа. На место школы сказали, что будет спортивный комплекс, и будет нам выделена комната и для пенсионеров, и для совета ветеранов будет, и для детей будет, и ничего не делается, и все забросили. Ситуация в Угловом удручающая, считает Игорь Чемерис. Если Артемовский городской округ неплохо развивается и строится, то по Угловому, который является микрорайоном Артема, этого не скажешь. Угловое примыкает к федеральной трассе, но комфортностью и ухоженностью не отличается. Им нужно заниматься вплотную, считает Игорь Чемерис. Отметим также, что Угловому выделяется достаточно денег. Но с точки зрения приоритетов их распределения, эффективности и контроля возникает большой знак вопроса. Дороги, тротуары, межквартальные проезды здесь изношенные. У нас основная проблема – это небезопасная дорога в нашем варианте. А дорога в микрорайон Лесной. Живет порядка 230-250 человек, плюс дети 50-70 человек. Да? И все страдают от того, что дорога пыльная. Небезопасная почему? Проехалась машина на скорости, стоит столб пыли. Не видно ни встречной машины, ни детей, которые ходят в школу. А с 2016 года мы пытаемся с администрацией поговорить по поводу того, чтобы нам сделали эту дорогу. И вот с 2016 года, более 3 лет, у нас отказы. А еще эта дорога замерзает зимой так, что не может проехать ни скорая, ни пожарная, ни такси. И жителям приходится просто бросать машину на дороге и идти наверх пешком. Ко многим приезжают иностранцы. Аэропорт 5 минут, да? Приезжает мне и говорит: Елыч, а что у вас такое здесь творится? Особенно у меня вот немец 2 раза приезжал, 2-й раз у него вот такие глаза. Я говорю: знаете, у вас там государство заботится о вас, а у нас здесь не заботится. Но я считаю, что уже нужно переходить от разговоров к каким-то совершенно понятным и действиям, давать оценку органам власти, которые в силу разных причин почему-то не выполняют свои прямые обязанности, потому что посмотреть о том, как проведены ремонтные работы, и заставить, чтобы подрядчик выполнил, это задача была власти. Почему не сделали? Вопрос, который мы разберемся. И я думаю, что мы составим разговор с администрацией городского округа. Если в этом отношении мы друг друга не услышим, мы будем обращаться в прокуратуру Приморского края. Мы будем ситуацию стараться исправить. И, по крайней мере, люди должны это в первую очередь почувствовать. И когда мы будем сейчас формировать бюджеты, мы, безусловно, будем думать о том, какие уже виды работ провести, чтобы были и тротуары, чтобы было и освещение, чтобы были детские площадки, чтобы была спортивная площадка, чтобы была программа по строительству, пусть небольшого, но клуба. Но люди не должны себя чувствовать изгоями на территории, притом в 21 веке на территории городского округа. Олег Завьялов, Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на 8.